Сотрудники УФСБ по Алтайскому краю задержали грузовик с яблоками. Чекистов насторожили подозрительные предметы, которые были среди фруктов. В 48 коробках найдено около 1000 круглых полиэтиленовых свертков с веществом белого цвета. По результатам экспертизы оказалось, что в них героин. По версии следствия, фура с казахскими номерами пыталась пересечь государственную границу. Около 200 килограммов отравы готовилось к сбыту не только в Алтайском крае, но и в Челябинской области. Сыщики задержали 3 наркодилеров, а также 2 водителей КамАЗа. Еще одного подельника ищут.